Не так давно была запущена официальная платформа SPIVDIA. Это платформа, которая была разработана координационным штабом из гуманитарных и социальных вопросов Офисом Президента. Эта платформа функционирует благодаря поддержке 4 министерств благотворительного фонда. За последние 2 недели мы смогли обработать уже больше, чем 1000 заявок по оказанию гуманитарной помощи. Хочется сделать акцент на том, что эта программа рассчитана не только на получение гуманитарной помощи. Так же самое вы можете подключиться к программе как предприниматель и выбрать графу о том, что вы можете сами предоставлять какую-либо помощь. Потому что SPIVDIA, она подразумевает под собой, наоборот, коллаборацию разных организаций и людей. Поэтому вы можете подключаться и с этой стороны. Если же вы хотите, наоборот, чтобы вам оказали помощь, то вы можете перейти на сайт spivdia.org.ua, либо позвонить на горячую линию по номеру 1545. Там достаточно простой механизм того, как вы можете подать свою заявку для того, чтобы вам оперативно оказали помощь. Но мы делаем акцент на том, что это не только гуманитарная помощь. Помимо этого, у вас есть возможность еще получить юридическую консультацию, психологическую поддержку. Дальше у нас запускается следующее направление, это SPIVDIA Hub Odiak. В дальнейшем у вас будет возможность прийти и выбрать себе из одежды то, что вам необходимо, потому что мы понимаем, что это сейчас горящие вопросы, которые необходимы для того, чтобы мы могли их закрывать. Но это еще не все. У нас будет достаточно много разных направлений, о которых мы будем вас также само информировать. Как происходит сам процесс подачи заявки? После того, как вы оформили заявочку, с вами связывается оператор и может спрашивать там определенные вопросы, какое количество людей у вас в семье и прочее. Мы это делаем для того, чтобы подобрать вам помощь максимально качественно, поэтому просим, чтобы вы относились к этому с пониманием. Практически за последние 2 недели у нас объединилось очень много общественных организаций. В первую очередь это организация ГО «Молодежная рада» Одесской области, та ГО «Украинские студенты за свободу». Также само к нам подключаются другие активные волонтеры. Хочу отметить еще то, что нам оперативно оказывает помощь и Департамент образования обладминистрации. Как происходит, как нам вообще поступает эта гуманитарная помощь? У нас есть наши партнеры, которые направляют к нам эту помощь, и, соответственно, дальше мы уже занимаемся подсчетами, фасовкой, и, соответственно, обрабатываем накладные, и по накладным видим, кому какую помощь необходимо оказать. Поэтому процедурно достаточно таки легко для вас, и есть определенные задачи, цикл, который должны выполнять мы. Среди услуг, которые мы можем оказывать, это может быть гуманитарная помощь, то есть это одно из самых распространенных вопросов, по которым вы можете обращаться. Это если вам негде оставить своего ребенка, то вы можете к нам приводить его на кружок. Если вам необходима психологическая поддержка, вы аналогично можете к нам обращаться. Юридическая консультация. А если вы активный предприниматель, который хотел бы подключиться к этой программе, к платформе, то тоже заполняйте заявку, потому что SPIVDIA, она направлена на то, что не только мы должны помогать, но и вы также сами можете к нам подключаться. В коллаборации очень большая сила.